Гостей и участников конференции в Брестском областном лицее имени Маширова встречали необычно. Юноши и девушки продемонстрировали красоту средневековых нарядов в рамках дефиле. Выбор исторического периода не случайен. Каждая конференция в учреждении имеет свою тему посвящения. В 2017-м научный форум приурочен к 500-летию книгопечатания в Беларуси. Участие в научно-практической конференции примет 10 команд представителей учреждений среднего образования Брестской области. В жюри будут присутствовать компетентные преподаватели учреждений высшего образования города Бреста, ну и также преподаватели лицея. К слову, в 2017-м конференция приобрела новый статус, стала международной. В гости к белорусским юным исследователям приехали их польские коллеги. Пока только понаблюдать. Однако представители делегации из страны-соседки уверены, в будущем они смогут составить в рамках подобных форумов достойную конкуренцию. Для нас очень важен обмен опытом, побольше узнать об этой гимназии, куда мы приехали. Поэтому очень интересно. Мы видели программу, она очень насыщена, как бы разные темы. Даже сложно было решить, куда пойти, сходить, так как нельзя переходить как бы из одной, мы так поняли, да, что нельзя переходить из одной секции в другую, но очень интересно. Свои научные работы ребята представляли в 9 секциях. Каждая посвящена одной или нескольким родственным дисциплинам. Ребята признавались, волнение перед выступлением есть, однако большая работа, проведенная предварительно, позволяет с ним справиться. Тем более, что темы выбирали в первую очередь интересные, чтобы не скучно было работать. Мне это очень интересно. Меня всегда тянуло к себе психология, то, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, но часто не придаем этому большое значение. Но на самом деле это очень даже влияет на взаимоотношения с другими людьми и на наши собственные взаимоотношения, на наше развитие. Так как я учащаяся 11 класса, и у меня остро стоит проблема централизованного тестирования будущего поступления, я решила проверить влияние уровня темперамента, то есть холерик, сангвиник, меланхолик, на то, как люди справляются с ЦТ, успешно, неуспешно, и что вызывает трудности. Наша тема работы – это изучение немецких и белорусских фамилий, их этимологии и происхождения. Самое, наверное, интересное – это мы изучали фамилии известных немцев, как они происходили. И вот мы выяснили, что, например, братья Кличко, фамилия их происходит, если ее перевести с немецкого языка, то она переводится как нокаутирующий удар. Мы проводили исследования, изучали содержание радиоцезия в почве на наших территориях и в сельхозкультурах. Это здоровье в первую очередь, то есть цезий накапливается в организме человека, и нужно наблюдать за этим. Можно только догадываться, каким сложным оказалось делом быть членом жюри на конференции. Доклады отличались проработанностью, широким спектром тем и большой практической значимостью. Тем не менее, лучших из лучших выбрать пришлось. Торжественная церемония награждения и закрытие состоялась в тот же день. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.